Добрейший, вечерейший, всем привет, роднулькины! С вами в эфире Шепард. И у нас замечательная игрушка, которую я прям вот с удовольствием хочу пройти дальше. Dark Антология. Дом из пепла. Так, окей, сейчас поедем дальше. По полной программе. Так, всем привет, кто присоединился. Сейчас чатик выведу на экран. И погнали. Самому интересно, прям вот реально. Что там дальше? И, блин, как же не пропускать моменты, от которых зависит судьба, блин, солдат. Вчера, получается, судя как говорит Сергей Олегович, ну, одного точно я потерял, а вот первого я что-то даже не припомню, когда я потерял. Потерун я какой-то просто. Потерун. Надзука. Так, мы остановились, что-то там какую-то это пленку прослушать собирались. Санёчек, привет. Какие люди? Что там? Рыбалка сегодня весь день, да? Болеет, я так понимаю. Больничный. Я знал. Чего ты хочешь от меня? Р4, завтра. Для начала правду. В смысле? Я хорошо знаю тебя, Рэйчел. Ты соврала. Завтра вечером приходи. Потому что начала курить. Эрик, скажи правду. Эрик, не надо. Признай. Снежулька, красотулька, привет. Уже заработал. Ну, она только заработала. Они этого храма пропитаны кровью. Мы выступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверно, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети. Саночка, привет. Не знаю ужасов, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг. Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Снеж, во-первых, вот реально... Рыбалка только походу заработала, это раз. А во-вторых, мне самому интересно, что тут дальше. Мы ее все равно сейчас всю не пройдем. Я чисто пока Света. Света часа через полтора должна быть Черт. Дома. Ух ты, ёб. А, это эти. Иракские воины. Прикрой. Что за херня? Не знаю. Такого, блядь, мы точно не ожидали. Всем позывным, это Кинг. Контакт, контакт! По нам стреляют, кто-нибудь слышит, прием! Там Рэйчел. Они близко, идем! Так, пипец, страсти тут прям накаляются. Тут все всегда через жопу. Ты же не всерьез? Она древняя. Нет выбора. Видишь его? Да, он идет. Ага. А где их не это? Че не стреляют? Ну... Так нет, чтобы выстрелить в него, завалить, да и все, и вся любовь, и вся морковь. А вот тут она могла упасть, по-моему, и умереть. Я, кстати, понял, что значат эти фрагменты воспоминаний. Это кто как умирает. Может, точнее сказать, умереть, если вовремя не это самое. Максим, привет. Подожди, сейчас пройду, тогда я прочитаю. Спасибо.
Рэйчел! Держу тебя! Держу! Тяни, 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 тяни! Хватайся за что-нибудь! Но за что? Я не вижу! Ну же! Черт! Черт, Рэйчел, не дергайся! Прости, Рэйчел! Прости. Ха-ха-ха, ну да. Хороший вариант. Нет! Дополнительный материал. В каком кошмаре оказались эти заблудшие души? Бедная Рэйчел, она сгинула во мраке. Узы, которые казались нерушимыми, ныне... Блин, мне надо было нож не перевязать. Сердце всегда сдается первым. Вот я лошара. Да, случайные жертвы сопутствуют любому расставанию. А что же Джейсон и Ник? Братья по оружию, но действительно ли они так близки? Или все-таки человек человеку волк? Осмелюсь напомнить, что тьма уже забрала у них капрала Мервина, а до утра... Так далеко. Но посмотрим на Салима. Рассудительный человек. Быть может, солдат по неволе? Быть может. Незавидная судьба ждет наших выживших. Блин. В плену бездны. В ловушке. Надо было не перевязать веревку. Один за другим их огни будут гаснуть. Так они могли вдвоем упасть. Если вы не найдете способ спасти их. Как правило, я стараюсь не вмешиваться в дела других, но иногда от этого сложно удержаться. Могу предложить вам совет, если вы пообещаете, что это останется между нами. Ну, конечно, совет, да. Разумный выбор с учетом обстоятельств. Давным-давно я встретил слепого поэта, который поделился со мной этими мудрыми словами. Долог путь безмерно тяжек от преисподней к свету. Это все пока что. Чини совет. Так, шесть. А может, она все-таки за что-то зацепилась, блин? Что-то мне кажется, что она за что-то зацепилась. Я виноват. Прости меня за все. Боже мой, Рэйч. Тю, блин. Надо двигать, Ники. Эта гребаная тварь его утащила. Он труп. Мервину пиздец. Я догадался. Дядя Сережа, добрый не вечер. Слышишь? Блин, я не пойму, ну там, блин, я не мог понять, блин. Я думал, что если не перерезать, то они вдвоем упадут. Она, по идее, зацепиться за что-то должна. Эй, полковник. Мой личный щитовод пришел.
Что с Рэйчел? Нас атаковал противник. Ну, а уж не показали, как она разбилась, блин. Рэйчел. Она упала. Но ее ж труп не показали, блин. Я держал. Так, финалку. Изо всех сил. 10 груз, привет. Спасибо, Грин. Но она тянула меня вниз. И я обрезал веревку. Рэйчел! Надо идти. Сэр, почему не показали ее тело, блин? Надо отступать. Ну, что-то туда. Что-то там не то. Идем. Мне кажется, что она живая. Мне кажется, если бы я не перерезал, они бы вдвоем упали. Охренеть. Серега, ты когда играл со своим Васич и с кем? Ты перерезал веревку, Рэйчел? Тише. Вдруг он рядом. Полковник, иракцы сейчас меньше из наших проблем. Она зацепилась, как в фильме. Блин, ну я на это надеюсь. Главный ястреб 2-1. Всем позывным, как слышно? Прием! Джоуи, ответь, прием! Я хитрец. Джоуи, не, ну блин. Ну скажи, мне что-то, блядь, мне что-то чуйка какая-то, иракцы, что она зацепилась. Он умер у меня на руках. Только не Джоуи. Могу так сказать, она сама перерезала. Как мы будем выбираться? Серега, ты хочешь просто сказать, что это? Что если бы я не перерезал, то она бы просто сама перерезала бы. Ты так хочешь сказать? То есть она по-любому бы упала бы. То есть ее как персонаж тут роль закончилась, да, на этом сюжете? Нужно здесь окопаться. Поставить защитный периметр, чтобы хоть немного перевести дух. Лейтенант, в каком смысле иракцы меньше из наших проблем? И бабками веревкой перетирают. Вы верите в Бога? Не на йоту. Так что, короче, я молодец, так, да? Начните. На нас набросились. Не знаю кто. Вы мне все равно не поверите. Я сам себе не верю. Монстры. Монстры? Да ну, вам должно быть стыдно. Сэр, при всем уважении... Лейтенант, где-то здесь враждебный иракец, может, не один. Чтобы вам не привиделось, это чушь. Эти статуи... Ник, хорош видами любоваться, шевелись давай! Но что это? Точно не хранилище. Миссия накрылась. Это поправимо. Спутник. Я изучу данные и исправлю алгоритм. Первый блин всегда комом. Вас понял, сэр. Вы нас в это впутали. Вам и спасать. Повторите? Я так и думал. Кого он спасет? Он бабу свою бывшую отрезал. Постерегите вход. Мы глянем. Сенжечка. Сенжечка, боже, Снежка, как он тебя только не называет, а? Теперь Сенжечка какая-то. Сенжечка. Кошмар, двоечника. Писать совсем разучился. Срежечка. Серунечка он. Просто так Серунечка. Это и есть хранилище химоружия Саддама. Спасайся, кто может, нам пиздец. Да, тут... Говно собачье. Это его система инфракрасных спутников. Эрика ждут очень неприятные вопросы. Да, хреново ему придется.
Блин, там генератор. С пулемета с этого так хочу пострелять. Так хочу пострелять, что просто не могу. Мне нужна помощь. Сейчас. Делаем ставки. Все выживут. Всех спасу. Кому-то сильно не понравилась эта штука. Я ж великий шепард-спаситель. Ну да. Прикрой меня. А это что, и ракет стоит? А, черт! Не валяй дурака! Скорее! Похоже, что я херней страдаю. Молодцом, Ник. Не зевай. Рэгбист — это главный ястреб 2-1. Мы идем дальше. Прием. Осторожней там. Конец связи. Кабели. Куда они ведут? Найдите чужака. Чужак. Ой, это куда? Что думаешь? Ученые? Да, подожди. Думаю, они. Woods of Summer. Боги Шумеров. Франкель. И на нам, простите, это. Что нам это? Ну нихера нам это не дает. А не дает. Овоча. Пыль целую вечность? На Серегу похож, гляньте. Снеж, тебе не кажется, что похож на Сергея Олеговича? Вот эта вот картинка. Ламашту, он же Сергей Олегович, он же гиена синепяточная, он же, ну и так далее, список там очень большой. Ламашту был жуткой женщина-демон, была точнее, охренеть, убийцы младенцев, питавшиеся кровью и плотью людей, чаще всего ее изображают в виде волосатого чудовища с львиной головой и птичьими синими лапами. Обычно она стоит на коленях. Кто ли? Вот, смотри, Сергей Олегович просто портрет. Что пошло сразу не так? Что пошло сразу не так, да, Олежка? Вообще ни хера не пойму. Ну вот, когда ты Олежка пишешь, мне что-то я плохо себя чувствую всегда. Мне не нравится. Убери, сотри вот это Олежка. Так, Снеж, я тебе говорю, он всего, это третий раз в жизни меня Олежка называет, и каждый раз какая-то подлянка летит. Сотри нахер, как он нежен со мной. Эта нежность, блин... Как сказать? Палача из концлагеря, когда он видит перед собой заключенных. Это вот такая нежность. Так, обычно она стоит на коленях на осле, со змеей в каждой руке и кормит грудью свинью и собаку. У Ламашту было 7 имен, и в заклинаниях она упоминалась как 7 ведьм. Она была ответственна за многие злодеяния, насылала кошмары, отравляла реки, была вестницей голода и болезней. Рисунок 4. Поясная пряжка. Найденная в гробнице. Го в рыбалку, бородач, тебе никто не... Я разрешаю. Я скажи, я тебе разрешил, можешь идти в рыбалку играться. Поясная пряжка вблизи. Ламашта была дочерью бога неба Ану, отца богов и демонов, покровителя земных королей. Ану чаще всего изобрали в рогатые тиария, и в ушемецкий двойник Ан изобрал в виде огромного быка. Ты просто не знаешь, как было бы с тобой. В религии Месопотамии быки были воплощением силы, что впоследствии перешло в среди... Так, это неинтересно. Как были все боги, что одновременно милосердные и жестокие, вечные тыры-пыры драли-вали. Так. Ух ты. А это что за... Это что за загробный мир Шумеров? Спасибо. Да, бородач, ты если что, обращайся. Я разрешаю, иди играй. Горе беднякам, захороненным в нищете, их загробная жизнь будет серой и убогой. Те же, кто остались без погребления, лишаются загробной жизни и после смерти просто исчезают. Две подземные мир служили могилами, саватамские народы от Шумер до Акадцев хоронили мертвых под своими домами,
Это мы читали уже. После похорон душа Шумера подправилась в горы Загрос. Загрос, на восток, где Утубук, солнце поднимался каждое утро. Здесь находился вход в подземный мир. Отдыхал по ночам. Лестница была вниз к семи вратам. Катакомбы? Новые души встречал страж врат Нети. Он открывал врата. По очереди забирал у души, души подношения, пока она не пребывала нагая и бессиленная. Боже, далее душа представила перед Эришкигаль, правительницей подземного мира, которая объявляла ее мертвой. Писарь Хиштинанна заносил имена в список. Здесь было не было наград и наказаний. Уровень жизни зависел лишь от подношения богам. Богатые жили с комфортом, а бедняки были очень жалко существования. Пример типичной вотивной статуи. Они часто изображают молящихся не богов. Что-то такое непонятное. Все, да, походу, мы прочитали. Вася, привет, добрый вечер. Так, братан, ты теперь весь такой у меня начитанный, блин. Так, туда он вползти не хочет. Давай назад. Назад, говорю. У нас что, учитель истории? Да, у нас сегодня урок истории шумеров. Истории представления шумеров о загробной жизни. Блин, иди. Иди. Что ты, блин? Че камера не переключается по-нормальному? Алло, иди, куда? Сюда, да. Да иди, блин. Что я не могу его развернуть? Ни хрена не могу понять. Что за дела? Алло. Да чтоб тебя, глянь, я его не могу развернуть. Где этот второй чувак, блин? Алло, как камеру переключить? Бред какой-то. Алло. Ну, тут мы уже были. Твою мышь, блин, да переключись как-то. Я не могу его повернуть, блин. Херня. Да камера не вертится. Вот, все, что вертится мышкой, блин. Хера не могу понять, что за бред. Там мы были. Да выйдешь ты куда-нибудь, а? Блин. На джойстике. Так, отстань, нету у меня. Подари мне это. Xbox, чи шо там, Соньку пятую. Во, я типа нашел, слава богу. И будет у меня и джойстик, и, блин, и все будет, блин. Ты че, вертеть не умеешь? Серега специалист у нас. Да поворачивайся, слышишь? Ну в натуре припарил, а? Я нихера не вижу, блин. Ты можешь как-то камеры, бля. Ну, я ж. Сюда. О. Растяжечка. На изолите. Синий. Ой! Бля. Осторожно. Только что он мог взорваться, я его спас. Я спаситель, блин. Великий спаситель. А нельзя просто чисто. Вот ее перерезать. Вроде и все просто. Нахер переступать чё, через подорвём? Не. Розовый Лоуренс, подожди. А что такое Лоуренс? А что такое Лоуренс, дядь Сереж? Ребят, что такое Лоуренс? Это тот, кто стрелял в Эрика.
урод на нас охотится. Регбист, это главный ястреб 2-1. Как слышно, прием? Регбист на связи. Как у вас дела, Колчик? Ваш друг оставил нам бомбу. Мы в норме, но вы тоже смотрите под ноги. Может, будешь, тут есть донаты, еще подарок? Что такое Лоуренс? Понял. Я иду, конец связи. Лоуренс. Ребят, что такое идет. Лоуренс? Зря ты ему про мину сказал. Мы собрали команду. Первым в моем списке был неразборчивый Кроу Бульдог. 46-го года записка. Мы нашли его в Каире, где он зарабатывал на жизнь боями в Левантийском Петином. Так, мы следили с моей помощницей. Готовы, и мы отправляемся в Левант. Ух ты! Кино! 21 октября 1946 года. Кроу первым проник в гробницу, разделив эту честь с Бесси, своим чертовым пулеметом. Страшное оружие, но, похоже, его вид успокаивает филахов, которые занимаются раскопками. Покой этого места не нарушался веками. Это не гробница Александра Македонского, а храм еще более древнего царя Бога. Блин, походу, кроме тебя, никто не знает, что такое Лоуренс, Серега. Сина. Никто не написал. Мы ошиблись. Но леди Брэдшоу все равно объявила это открытием века. Находкой, которая впишет наши имена в историю. Глядя на величественный зал перед нами, я в этом не сомневаюсь. Что поделать? Сам хоть знаешь, что написал? Или как обычно? Так. А что мы тут, собственно говоря, шароёжимся? Никто не знает. Вот сейчас и Бай опять покажет, как кто-то может умереть. Кто-то кого-то может насадить, блин. Ух ты, кол. Найдено после падения. Так, вот смотрите, я тут кое-что уже догнал. Вот это вот, как они могут умирать, типа. Понятно. Вот, вот этого, когда затянуло, то типа делает сердцебиение, блин, что Серега мне не подсказал. Вот это точно. А что ж даже не показали, как она упала-то? А, они могли... А, они вдвоем, смотрите, я все-таки спас, блин. Если бы я не обрезал бы, смотрите, это он падает на кол. А ее так и не показывают. Блин, мне кажется, она живая. Если бы я не отрезал бы веревку, Ловенце. Если бы я, ребят, не отрезал бы веревку, то тип бы по-любому бы убился бы. Ловенце. Блин, я сейчас прям загуглю. Вен... Ловенсе. Се. Ловенсе. А, это вибратор, это фирма Ловенсе. Ловенсе, сингапурский производитель секс-игрушек для теледильдоники, известный своими вырой и умными секс. Серега, это твоя любимая. Серега, откуда я даже не буду спрашивать, откуда такие познания? В фирмах-производителях вибраторов. Снежка, я тебе говорю, с кем ты вот это вот общаешься? Он, ты, вот кто-нибудь, никто из нормальных людей не знал это, фирмы, производители вибраторов. Только один Серега знает. Вот. Меня наводит на какие-то мысли это. Ух ты, ёб, тут и кого-то за ногу может схватить. Это непонятно немножко. Уже ни хера не понятно. Ладно, ну поехали дальше. Хорошо.
Был ты просто Сергей Олегович, и теперь будешь Сергей Олегович, специалист по вибраторам. Так, это мы читали. Я понял, что такое прикольная игрушка. Не знаю, у Сергея Олеговича, Вась, спроси, прикольная или не очень. Это он у нас специалист. Один секрет. Опять А-59. Клинная табличка с временем звездного скопления. Они на клингерском номер для каталога. Ошибись, бля. Писа картина чуть не помочь случай. У вас ты. Книга описывает загробный мир. Тым-пум-пум. Палец вообще сравнимые, которые пропали без вести. Так. Как археологи обнаружили храм. Рекомендую, что храм был над вратами в загробный мир. Так, все, мы все новое. Древний идол, изображающий шумерского бога демона Пазузу. Пазузу, блин, Пазузу. Что готовился? Ничего, я на работе был. Я вчера соус приготовил. Ну, как вы называете, овощно-мясное рагу. То есть у меня там свининка, картошечка, лучок, перец болгарский, чуть-чуть синяк у меня был, один. И я еще капусту добавляю. Как бы не смейтесь, но я в конце добавляю капусту, блин, оно реально... Оно реально вкуснее, вот честно. Я раньше, я как-то один раз попробовал что-то, и вот я всегда теперь добавляю капусточку. Потом перемешивается, ее там даже и не видно, а вкус она... А, морковка, естественно, еще. А вкус она свой дает. Блин, у меня целая кастрюляка. Вчера поели, сегодня поедим с удовольствием. Вот Снеж, вот реально, вот просто попробую. Я тебе, ну, зайдет так зайдет, но я тебе говорю, бомба. Сверху просто ложишь уже. Может, в конце, как говорится. Нет. Когда там уже все ингредиенты там, это самую Джоуи? Последнюю очередь. Он жив? Готовишь, перемешиваешь, там доготовила все. Невозможно. Перемешала с зеленью, там фирме. Крышкой пусть это чуть постоит. Но... Капусты там потом и не это видно, не играет с нами. И не это, но вкуснее. Говорю, получается. Я видел, как он умер. Прости, братан, но ты сам не свой. Мало ли что. Это ловушка. Это не факт. И мы своих не бросаем. Semper Fi. Мне пятый раз. Ну ладно, все. Просто раньше я готовил что без. Тут произошло? А потом стал добавлять, и Свете Джоуи. Нравится. Кто-то кричал. Это точно он. Мы идем за ним. Напомню, что решение принимаю я. Все за мной. Вам лучше остаться здесь. Я поведу нас. Ну давайте пусть он поведет. Нет, я поведу. О, правильно. Нет уж, я с вами. Так, там же шито. Бля, да ну нахрен, прям на растяжке! Чё, бум? Блин, попал, зараза, он прям ногу переступает, и я думал, его взорвало нахрен к чертям собачьим, блин. Так делаешь, блин. Опа-опа-опа-па. Найдите выход, обыщите руины. Блин, прям на растяжке. Зараза. Я думал, ему уже хана, блин. Опа, кофелек, 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 тей кофелек. Открываю. Алло, а шо ты его? Шо за херня? Чё, шо? И? Во! Дар? Кто это, блин? Шо он сказал? Деньги проверь. Бабки, карточки, блин, ёпт. Шо ты уставился? Всё? Ну, чё, больше ничего не делает, да? Жаль. А, ну молодец, себе взял. Хороший мальчик.
Так, у нас есть джижигалка. Блин, чё я... Не пойму, чё камера, блин? То поворачивается, то не поворачивается. Найти выход. Ой, туда не ходи, сюда не ходи, блин. Зря ты эту херню трогаешь. Так, я кибеденку обжарила с луком, чесноком. Туда картоху, морковь, капусту, помидорку. Снеж, вот у меня, ну, был только синий один там в холодильнике, нашедшийся. Если были кабачки и помидорчики, я бы обязательно добавил, честное слово, солнце. У тебя даже, ну, не было, блин. Я когда ходил скупляться, не было кабачков, блин. Я хотел прям вот. В списке было кабачки, блин. И помидорка, если бы была хотя бы там пару штучек, я бы с удовольствием добавил бы тоже. Да, все, что есть, вообще накидал, блин, кашу маслом не испортишь. Абсолютно согласен. Да давай, блин, тащи нахрен. Упрямство. Прям про меня. Ух ты. Суки, блин, надо ж так пугать, да? Я ж реально перепугался. Ой, бля! Оставь меня в покое! Пошел нахрен! Нахрен, блин! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не тот! Правую кнопку, правую! Отцепись, гнида! Подождите, не могу читать, блин, ситуация. Давай, бля. Ой, бля. Ой. Рома, привет. Адреналину не хватает. Минус Салим. А нихера, блин. Минус Салим. Бля, да что ж такое-то, а? Ну, я не знаю, кто эти типы были, но они, видимо, нам были не нужны. Но они минус чуваки, так их никак нельзя было спасти, алло. Там ничего даже не загоралось. Алло. Что ты на меня наговариваешь, минус чуваки, блин? Их нельзя было спасти. Им и так была тапка, блин. Чуваки, то так и задумано. Чуваки должны были спасти Салима, и все. На этом их миссия выполнена. А Салима, кстати, я спас. Это был момент, когда он должен был умереть. Опять должно быть этот зира для солнца, но тут чего-то не хватает. Херам эти
Нахера мы все эти штучки-дрючки вот это вот? Номера, блин, херня какая-то. Тыра для солнца, чего-то не хватает. Так, а теперь я, блин, запутался. Туда нам, да, по-моему? Это не харе, положи, кажется. Брось как. Тогда лайк за Салима. Да, я сегодня тут уже, блин, ё-моё, полотряда спас буквально. Если б не перерезал бы, то убился бы этот, как его, полковник бы, стёлбе бы. Так, это чё, я обратно пришёл? От Шепард не лошара. Ой, ё, псель-мопсель. Ситуёвина-то накаляется, накаляется ситуёвина. Не зевайте. Слышно его? Сохраняйте бдительность. Так, тихо, надо сейчас ты что-то... Главный ястреб 2-1, Джоуи, слышишь? Ответь, прием! Проверим пушки. Мы не можем рисковать. Короче, снежище сегодня навалил или дом выехал. Каскаты переобу. Так, а шо это? Это Джоуи. А, это от очкарика. Ему херово. Надо спешить. Да ладно, ему уже хорошо. Ха, на лете. Света вчера переобулась. Так у нас снега нет. У нас только сегодня... Капрал Гомес, это реквизит. Сегодня первое слышно, утро, приятно. Когда минусовая. Сегодня минус 6 было утром. Сегодня прохладненько было. Грёбаная дыра. Вы ведь были с капралом Гомесом? Света вчера перебудет. Что Света молодец. Тебе лень заехать на шиномонтаж? Так, это не Джонни. Тише, полковник. Это тише неодобрение, опасение. Да. Кто бы там ни был, это не Джоуи. Но в бою такое сложно адекватно оценить. И что это значит? Вы могли ошибиться, сержант. Я знаю, что я видел. Как скажете? Не, я знаю, что я видел. Ошибся. Да-да-да, точно. Боже. Ты сам переставляешь колеса? Уже. Хватит с нас я потерь. Думал, такие мажоры, как вы, батенька. Насчет Рэйчел. С Донкратом не связываетесь. Я слышал, вы прозвали ее Альфа-сукой. Не я. Я знал ее лучше. Так, ладно, куда? Сюда, да. Не хотелось бы вас учить, но... Но вы научитесь. Да. Проверьте все. Свое оружие, боеприпасы. Смотрите в оба, беспечность вас погубит. Так, подождите, там что-то слева ж еще. Бля, я че туда не зашел-то? Я думал, сюда сперва надо было. Это кровь? Да уж, вляпались мы в дерьмо. Серега, ну ты хоть до следующего лета переобуй тогда. А то с твоей линией, блин, скаты так и будут лежать зимние. В уголу. А ты будешь 10-20 километров ездить по снегу. Так, кровь. А обратно он может сходить? О, может. А тут больше нихера нету хорошего. Зря мы сюда приперлись. К
Катакомбы под храмом огромной груды. Галин работала на месте. Раздание видео, мне убили тысячи во имя своих богов. Тыры-пыры, что за чума. Тыры-пыры траливали. Оба еще на один. 7 декабря 1946 года. Наши находки были настолько впечатляющими, что я не удержался и открыл шампанское. Войдя в палатку, чтобы налить бокал для Мэри, я понял, что празднование придется отложить. Она нашла ящик Брэдшоу с динамитом. Я попытался успокоить ее, но она разошлась не на шутку. Убеждала меня, что использовать взрывчатку на раскопках очень рискованно. Было для такого. Не, ну если на дисках, то понятно, что неловко. Именно в этот момент за динамитом пришел Кроу. А если шины не Когда на дисках? Мэри приказала ему не трогать взрывчатку, он спокойно поглядел на нее и сказал, что не нашли что-то внизу. У Светки шины не на дисках. Поэтому даже как бы менять самому дело такое. Что же они тут нашли? Ну блин, я не могу. Соберись! Это место ебет нам мозги! Да. Да. О, еще одна табличка. А, это араб этот. Введение открыто. И что нам это дает? Непонятно. Три шиномонтажа всего у вас. Так это много или мало в поселке? Я так понимаю, ты хочешь сказать, что на один поселок три шиномонтажа аж у вас? Он близко. Ну и пиздец. Тихо вы. Мы идем в ловушку. Так, мужчины, пора материться. Здесь дядя Сережа с нами. Дядя Сережа. Смотреть в оба. Так, мы сейчас вернемся, я вот туда хочу, за угол еще. Вот сюда сходить. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать, быть начеку. Для поселка касок это скорее. Нормально. Понял. Не зевать. Какая тут глубина? Я видел такие разломы в храме. Это все землетрясение. Идем дальше. Окей. Прыгать он туда, по крайней Теперь мере. Теперь мы знаем, кто враг. Не зевать. Быть начеку. Так, все это мы все посмотрели. Раз, два, посмотрели. Идем сюда. Не зевать. Прикрываем друг друга. Блин. Ой, мать. Прикрой. Мамия. Курс изменен. Господи, а что мы такого плохого-то сделали-то? Что значит курс? Кровь. Ник нашел аптечку Джоу в туннелях. Ну... Джейсон был ранен. А что управление? Левая кнопка. Оно ж ничего не меняет. Непонятно. Управление. Левая кнопка. Нихера не дается. Что с ним не так? Не зевать, да не зевать. Таут именно, блин. Салим видел, как Джейсон убил пастуха. Да, было дело. Эрик догадывает, что Рейчер появился другой. Эрик обрезал веревку Рейчера, чтобы спасти свою жизнь. А к чему вот это? Я нихера не могу понять. Ник нашел аптечку. Джейсон был ранен. ХЗ, блин. Идем.
Блин, он сказал идем, а я перепугался. Так, тут больше ни хера точно нет. Походу, да, да. Не поддавайтесь панике. Соберитесь. Вдруг он не один. Хорошее место для засады. Не торопитесь. Нет, скорее. Мы нужны Джоуи. Поспешим. Джоуи, это ты? Не будем спешить. Он прав. Будем осторожны. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ястреб 3, главному ястребу 2-1. Лейтенант, прием. Ты назад-то повернись. Ястреб 3, рагбисту. Сэр, вы там, прием. Ой, мама мия, блин. О, нет. Ёп, что там, блин? А если я не хочу туда идти? I need help. Help me! Блин, ну это капец, блин. Блин, ну игра прикольная, честное слово. Такая прям. Крутяк. Это же должно сейчас произойти, блин. Он чем больше идет, тем больше я булки расслабляю. Это спецом так сделано. Да этот араб. В той стороне сидит демон. Ля-л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 я. Ля, какая херня. Делай, как я скажу, или клянусь Аллахом, скормлю тебя этой твари. Как он по-английски стал хорошо разговаривать. Как летучие мыши ждут звук. Они слышат, они нападают. Пули их только замешкивают. Грузовик рухнул сверху и всего лишь их злил. Работаем вместе, окей? Я видел, как один демон разорвал на части целый отряд солдат. Нужно обойти вокруг. Давай. Я готов. Давай.
Не начинай. Бля! Я не ту кнопку нажал! Серега, ну нахера ты так не вовремя, блин, а? Это Ник? Мать, не хай, да ну... Прошу, помоги! Помоги мне! Прошу! Блин, я с сердцем вот это нихера не могу понять, что надо делать, когда вот это появляется. Уберите от меня автоматы, вы все! Я не хочу тебе вреда. Не совершай ошибку, солдат, опусти оружие сейчас же! Нет, давай сначала ты. Брось оружие, или мы стреляем! Ты слышал? Живо бросай оружие! Да куда в ритм? Нихера не могу понять. Чтобы умереть от рук американца! Бля, он шо, убил одного? Ёпт. Шо, полковник? Полковник сказал до свидания. А я даже не мог ничего он сделать. А он погиб. А шо я мог сделать? Я ничего не мог сделать. Тут его не бросим. Нужно вернуться в храм. Тих, бля, а шо? А тут без вариантов как бы было. Чё-то я... Андон-то... Конечно, шо? А какие тут варианты были? Ну ты, профессор, блин. Его араб вальнул, блин. Жесть, у меня выжил. Ща рванет. Привет, Вероника. А как у тебя выжил? Я ничего не понял. Последний. Это затормозит их. Успеем их на камерах засечь. Надо растяжку обновить. Помоги. Мы уже не раз оказывались в жопе. Но не такой глубокой. Если придется сражаться, я рад, что рядом будешь ты. Ну, а как он должен был выжить? И все молчали. Я нихера не понял. Его раб мочканул просто. Я тебя всегда прикрою, друг. Так и знай. Мы с ним сражались против птичек. Короче, я опять, блин, это... Я вот этот ритм нихера не могу понять. Второго человека у меня я теряю и... Нихера себе. Из-за ритма, блин, этого. Да уж. Да, сколько таких мест мы разбомбили без раздумий. В руинах они смотрятся лучше. Да что с тобой? Не эти люди войну начали. Полагаю, молча... Тихо-тихо. Почему ты вообще не напали на нашу страну? Да ты защищаешь врага, сержант? Мы оба в курсе, что не все они враги. Бля, Джейсон! Это из-за той девки на КП? Черт, Ник, ну сколько можно? Мы думали, у нее бомба. А это была сумка с продуктами. Пиздец. Гибель девчонки тебя сильно задела. Да, именно так оно и есть. А тебя разве нет? Так что мне осталось? Только два типа и араб, что ли? Твои дешевые понты нихера ни на что не влияют. Нам надо левый фланг обойти. Не зевай. Идем. Черт, этим дверям досталось. Твари, похоже, сюда все силы бросили.
А тот, кто здесь стрелял, сумел их сдержать. Пока на него не напали со спины. Значит, они не тупые, хищники. Спорим, они могут снова вернуться сюда и пробиться. Да, я пивка возьму. А это только начало. Стройте надежную укрытие в храме. Так подождите, у меня что, только два типа Иарап остались? Всего три человека. Я завтра попиву, я не хочу ничего. Крепче. Надоело. Ближе к Аду я еще не был. Один секрет. Какой секрет? Без труп со странными следами уколов на шее. На шее еще лежит под крабом. Камень, среди которым... Его как будто высушили. Наверное, исследователь. О, опять табличка эта грёбаная. Тёлка живая получается. Рэйчел это. Я говорю, она живая, вот честно. И не показали, что она умерла. Да я ж нервничаю. Ну, Рэйчел, я ж поправился. Я ж все, я сперва неправильно сказал, потом Рэйчел сказал. Извиняюсь, нервничаю. Но она изменяла мужу с шоколадным зайцем, Сниж. Я все правильно за нее сказал. Она мужу изменяла с шоколадным зайцем. Мертвая женщина с колышком для палатки в груди. Много чего не показали из-за твоих действий. Вот ты, блин... Это за что ей так? Бля, кол прям в сердце загнали. Вот ты, Серега, прям вот взял, все прошел прям по красоте. Полагаю, все как это надо. Были не твари. Ты ж такой умный, блин, просто пипец, блин. Не знаю. Баффи? Кто? Может, заберем его? Бери кол, мало ли пригодится, блин. Острый кол в хозяйстве пригодится, так? Прям умный вот этот траш. Тошно, блин, от этого умника, блин. Воняло смерти, вокруг валялись, привлекать муха учитает. Та после ограбления мне жаль этих несчастных тетра, какой страх. Неземной, когда Мэри спросила, кто это пришел, дал Майкл. Проделав дыру в скале, мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права. И Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу.
Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Что это? Они здесь нашли что-то странное. Да, реально. Там странно, блядь, несколько почему. Так, ладно, понятно. На кнопки он нажимать умеет. Трандеть ты хорошо умеешь. Трандычиха, блин. Да пусть Снеж, он только и делает, что выпендривается. Никогда не подскажет, сейчас будь осторожнее, там, готовься. Сидит, блин, там Вася за него, видать, всю игру прошел, блин. О, это ж амулет этого типа, блин. Говно. Что там? Ничего, чтобы нам... Цилиндрическая пещера превращает древний город. Охренеть. Охренеть. Красота. Ты... Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше не рисковать. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано. Ну что? Меньше... Да. Эти твари коварные уёбки. Ты прав. Разместим заряды ближе к стенам. Ладно, застанем их врасплох. Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь, может, нам так и надо? А я мутил с Рэйчел. Ты чё, шутишь? 3 недели. Готово. Закрепи тут камеру и пойдем назад. Живая она, блин. Я ж так и думал, что такие, как она, блин, не так просто не умирают, блин. О, 394 фута глубина, нихера себе. Она прям в ад какой-то попала просто. Охренеть, бабе повезло.
Эрик твой дядя? Уже... Я его... потерял. Бля, да ну нахрен, ну Серёга, ну твою мышь. Еще разочек. Вот люди прям обрадовались, да, вот кто сейчас на стриме, да? Ребят, кому это доставляет удовольствие? Черт. А представьте, кто-то лежит в темноте, смотрит на ЖКшки, допустим, стрим, блин. Пипец, блин. Фу, блин. Мне что-то холодно стало. Серега, нет, чтобы девушку поставить танцующую, блин. Смешно ему. Ну реально, мне аж ля передергивает что-то после этого звука, блин. Ух ты, ля как оста... Ой-ой-ой, пона, мама мия. Ну и шо, я б на твоем месте, я не знаю. Веревка там есть, иди повесься и не мучайся. Другой буду ставить. Значит, другой буду ставить. Ставь девушку танцующую. Расслабляй хотя бы хоть чуть-чуть обстановку, блин. Реально, ну, блин. У меня что-то аж, блин, аж мурашки идут. Да аж холодом как-то, блин. Серега, ну. Тебе говорю, если я умру на стриме, я к тебе ночью буду приходить. Я тебе отвечаю. Ты у меня хер, ты будешь бояться с глаза закрыть. Ты будешь как Фредди Крюгер и бояться заснуть, блин. Я тебе каждую ночь буду приходить, понял? Ты доведешь меня до инфаркта, блин. Так, с той стороны там что-то блестело. Ну, потом узнаешь, все равно тебе или не все равно. Когда будешь молить меня во сне, блин. Как ты там? Олежечка! Олежечка, поставь меня, пожалуйста, в покое. Олежулечка, блин. Олежоночек. Найден секрет. Что это за херня? Лицензия личности сотрудницы гуманитарной миссии найдена среди тел тыры-пыры. Так, 79-го года, не сходится. Сырым была объявлена пропавшая без вести. Похоже, в пещеру под фермой были сброшены десятки тел пропавших людей. Во как. Во как. Тут людей куда кто-то скидывал уже даже не 46-го года, а, блин, вот совсем, как говорится, позже, блин. Кто-то прикармливал, я так понимаю, этих демонов, блин. Кто-то им хавчик типа сюда поставлял. Так, а мне вот, ну, как бы... Где эта дерьмошляпа? Вот она. Мы ее обойти можем как-нибудь? Что-то не очень хочется так на нее идти. Спасибо за донат! Боже, еще один, господи. Да, ребята, я... Ну, меня... Добрый вечер, ёпта. Добрый, ёпта, блин. Я думал, что это синие лапы опять, блин. Бог ты мой. И к тебе, если меня инфаркт схватит на стриме, и к тебе я тоже буду приходить по ночам, понял? И вот так вот буду стоять над тобой, вот так вот. Вот так вот всю ночь буду над тобой стоять, блин. Посмеешься потом. Я предупредил, если я на стриме из-за вас отдам копыта, блин, каждому буду приходить, каждую ночь. Вы у меня потом еще взвоите просто, блин. Я вам гарантирую. Так, Снеж, я ж тоже в темноте сижу, блин. Мне тоже, блин, ну, у меня аж руки холодеют после этой всей херни, блин. Фух.
Древний шлем неизвестного происхождения с неровной бородой от когтей. Смешно. Я говорю, посмеетесь потом. Потом, когда будете умолять меня, чтоб я вас оставил в покое. Так. Идем дальше. Ёб, телефон Света, я и перепугался, секунду. Я говорю, на 666. Бля, у меня начало дрянуть, теперь что-то до утра не спать. Ребят, сейчас Света под это, когда подъедет к дому, я спущусь, картошку возьму. А потом она пока в гараж пойдет, я еще с вами побуду. Так. Шлем мы посмотрели. Туда идти я не хочу, пошли сюда. Прости, родной, раз в неделю, чтобы не забывал настроение поднять. Нет, за настроение спасибо, а за вот... ну ты понял, да? Ёб твою что мать, за... блин. Я аж на кресле отъехал, блин. Фу, блин. Фу, блин, нахрен. Света позвонила, я телефона испугался, блин. Это ж не смешно уже. Ой, блин, господи, я уже каждого шороха... Страшно, хочу уйти, жуть как интересно. Не, игра реально очень интересная. А когда тут сидишь еще, я от тебя не успел кнопку, блин, и значит все пипец, блин. Тут как бы не можешь булки расслабить. Вот не можешь вот так вот сесть в кресле и смотреть, потому что, блин, доли секунды надо успевать кнопку нажать. Не нажал, капец котеночку, как говорится. Бля, да что ж вы все звоните-то? Так, соберись, тряпка. Ой-о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 й. Муженька, да. Муженька я... Ну, а раб его убил. Я вообще тут как бы не при делах. Не виноватая я. Не надо муженька на меня списывать. А раб, скотина, блин. Так главное, они ж типа мы вместе, мы сила, блин. Мы бригада, блин. Представляете, какой свиномат, блин. Паразит просто.
Какая деваха красивая. У нас с тобой это разные вкусы, дядя Сережа. У нас, видимо, с тобой разные вкусы. Ни хера не прям. Да, точно, что, блин, чем больше на ней крови и дерьма, тем красивее она Сереге кажется. Ну, как бы. Как это не печально звучит, но, по-моему, так получается. Серегин вкус, блин. Что это за свет? Мы собрали в пробирку черную слюну и спаси существа ведьчонного из кокона. Те, кто понюхал это вещество, наблюдалось ощущение сердечное, испытывали сильное чувство. Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения. Мы получили дополнительные образцы, ощущения похожие на действие грибов. На действие грибов. Блин, кто-то где-то это. Идёте, бля. А, вон оно сзади, блин, булькает. Йогурт без даты, пошли быстрее. Шевели булками, мать. Мать, иди быстрее. Очумелые ручки. Бля, я не туда нажал, да что я все время кнопки-то путаю, эти гребаные, блин. Или туда. Я все время на левую нажимаю. Тёлка тут есть, блин. Две тёлки. Так что я спас получать? Блин, а вроде ж на правую надо было. Я ж неправильно нажал. Вроде ведёт наружу. Нихера не понял, блин. Вдруг сможем подключить радио и послушать. Блин, я всё время на левую нажимаю. Я не успеваю понять, что на... Сейчас, ребят, секундочку. Быстро сейчас вниз и обратно за картохой.
Зависло, 4 минуты прошло, а что там мешок? Не, ну не мешок, на килограмм 15. Не белорус, а за картохой ушел. Фух, так, ладно. Даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Но куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Все равно. Что-то мне не хочется туда лезть. Какого хера? Ты ёханый бабай, бля. Это уже не Джоуи. Бля, Джоуи, это я. Так, вот сейчас что-то будет. Ага, а колышек-то ему пригодился. А не было б колушка. И капец был бы котеночку. Какие у него рожки сексуальные, а? Рожки у него какие, просто бомбические. Секси-пепси просто рожки были у него. Шевелись. Здесь опасно. Должно уже быть опасно тут. Есть опасно, блин. Не знала, что ты дерусь. Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Но оно здесь не одно. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Я благодарна. Спасибо. Semper Fi. Надо выбраться из этой дыры. Хм, здесь ты пряталась? Оружие есть? А, я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Сильно болит? Да. А, сильно. Можешь не дергаться. Спасибо. Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Есть путь. Что-то не то. Но нам не по зубам. Чует мое сердце, что-то не то, блин. С этой тёлкой. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Что тебя насмешило? Это не место, а пиздец. Нам всем пиздец, у нас нет шансов. Не смешно? Так, не надо мне этого. Я выберусь, если тоже хочешь. Не отставай.
убитый. Хо-хо-хо-хо-хо, в сандаликах. Боже, там еще и эти лазят. Еще и мертвецы тысячелетние. Капец, блин, господи. Ты как? Сейчас, минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Да что ты с ней не то? Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопроса я в своей жизни не слышала. Она, по-моему, перевоплощается. Что, решила устроить мне бойкот? А что тебе сказать? Не знаю. Хочется как-то отвлечься от этого места. Ладно. Почему ты стала физиком? В смысле? Спроси, где такие прочные по мне покупала? Ну да. Прочные кого? Что, мне нужно одеваться по-задротски? Я не об этом. Где просто такие не тот прочные? Типаж. Кого? Никто не ожидал, что я могу связать жизнь с наукой. Нашла свое. Об этом я кое-что знаю. А, сандалики? Лена. Так это ж не ее, там еще тело какое-то. Так, промолчать. Судьба альфа сути, откровенность. У меня есть другой. Ты не удивлена? Ник, да? Так видно? Эрик знает? Да, теперь знает. Эрику я уже... Я хотела начать сначала. Пофигу. Стать кем-то еще. Да. Ты правда кое-что знаешь. Сейчас у нее рожки будут расти. Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! Нет, не подходи ближе. Что со мной такое? Останься со мной. Не брошу, обещаю. Но расскажи мне, что с тобой сделали? Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! Дай мне руку. Нам нужно на ту сторону. Тут нет шансов. Не время сдаваться. Нужно перемахнуть. А ни хрена себе, она кидает веревку, блин. Веревка рвется. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Держись, мы почти на месте. Ты мне так и не ответила. У тебя нет других шансов. Мы сможем. Чё курс изменён? Ну а чё? Шо не так? Она пытается её спасти, блин.
Черт! Все окей? Да, но... Помочь, я думаю. Она сейчас все равно упадет. Веревка же там на соплях держится. Клариса! Тут как бы без вариантов было, ни хера не могу понять. Да и оно зараженное. Помог упасть. Почему без... Ну а какие варианты? Ее можно было только бросить. Ну, мог оставить, она бы сама бы умерла. Ей уже тапки приходят. Ну или перевоплотилась бы, как у Тоут. С рожками сексуальными. Не вижу, что лезут, но слышу. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Прием. Пока развлекаются без нас, я спокоен. Не факт. На да камерах ладно. Внутри ничего. Прием. Факт. Не зевай. Ух ты, ё-ё. Так он руку помощи подает. Так, стоп, ты меня отвлек. Ну, рация еще дальше. Тут ложное место раскопок. Карта показывает положение эффективного места раскопок. Никто не знал, что археологи были здесь. Знали, что здесь их ждет нечто особое. Пока чисто. А механика? Если полезут, то я думаю, что скорее всего из разлома. Если? Приступ оптимизма, лейтенант? Мы ничего не знаем о нашем противнике. И мы прямо посреди его территории. Имеешь в виду, рацию никто не починит. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт. Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Найдите рацию. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Похрену механика, не так сделали. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Да. Бля, куда я зажигалку дел? У Рэйчел. Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень.
Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрган, он бы смог. Ясен хер. Что поделать? Салим, это ты? Что пошло не так? Они близко. Салим сдался, но впоследствии застрелил Эрика в ходе конфронтации и вернулся к Дару. Эти уроды зовут подкрепление. Надо им помешать. Он помочь нам спастись. Ты сдурел? Они наши враги. Игорек, привет. Здесь внизу демоны, вот они, наши враги. Салим. Ты бредишь. Слушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Закрой рот и иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты меня, иди за мной. Или можешь подохнуть тут. Выбирай. Мой ланок. Чтоб тебе. Может погибнуть, я остаюсь здесь. Мне нужно время! Иначе не избавиться. Прикрой! Обходи! Бля, не туда, ну что такое, блин, а? Не могу прицелиться. Ну привет, зайчик. А убей его нахрен. Косой, господи, а что такое косой-то, а? Чё он в него не попал? Бред. Продвигаемся в храм! Вперед! Так а я все нормально было, блин.
Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Рэйчел? Ты жива? Не веришь, солдат? Может, это Борис Бритва или Борис Хренопопадёшь? Где Эрик? Так оно дольше, если держишь прицел, он исчезает, блин. Он Серега, нет. В красное попало, я нажимаю. Он мертв? Ты справишься, Рэйчел. Он заслуживал лучшего. Что с ним случилось? Рэйчел. Скажи. Его застрелил один из иракцев. Этот иракец еще жив? Да, и он близко. Рад тебя видеть. Думал, ты мертва. Кто еще выбрался? Мало кто. Мервин мертв. Эти твари достали Джоуи. Кларису. Что такое? Так, ребята, он Света уже пришла. Эти твари изменили ее. О. Кларису заразили. Эти монстры как-то залезли в нее. Мы пытались подняться сюда, но она разбилась. Я уже усвоил, что в этом месте мертвые тихо не лежат. Пушка. Каждый выстрел на счету. Да! Отступаем к храму! Нам нужен генератор! Без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже по приглашению! Ворота! Я займусь генератором! Так, ну все, ребят, сори. Света уже пришла. Шо, ну теперь точно продолжим в субботу вечерочком. Все. Блин, игра бомба просто. Просто бомба. Спасибо всем огромное за внимание. За пугалки. Ну, блин, теперь по-любому в субботу вечером, я думаю, мы ее допройдем. Все, всем хорошего вечерочка и пока-пока. Пока.